Полезный город. Добрый день, это программа «Полезный город». У микрофона сегодня работает Светлана Занько. И мы продолжаем знакомить кировчан с торговым центром «Планета», его ассортиментом, условиями покупки, специальными предложениями. Напомню, что в торговом центре «Планета» можно найти, если не все, то почти все для ремонта, благоустройства и дизайна дома, квартиры или офиса. Вот как только вы что-то построили, можно заходить в торговый центр «Планета» и приобретать все для того, чтобы вам было комфортно существовать в любом помещении. В нашей студии Евгений Розин, директор компании «Мебель ПРО-43». Евгений, добрый день. Здравствуйте. Зинаида Волкова, которая представляет компанию «Вип-Софит». Здравствуйте. Здравствуйте, Зинаида. Обе компании очень известны в нашем городе. Но вот Зинаиде я предоставлю слово первой. Во-первых, потому что женщины вперед, ladies first. Во-вторых, как мне кажется, правда, у нас тут до эфира дискуссия такая немножко организовалась, что и правильно, потому что у меня в студии эксперты, и они начинают меня консультировать уже. Прежде чем мы заказываем мебель, как мне кажется, в дом или в офис, мы уж точно должны отделать потолок. Так ли это, Зинаида? Ну, тут мнение расходится, потому что не всегда сначала делается потолок, потом мебель. Тут мы уже общими усилиями с компаниями, которые занимаются именно мебелью, мы общаемся и договариваемся, что вперед, как удобнее, как лучше, и, во-первых, и для клиента тоже, как ему нужно, опираемся на его мнение. Нам поможет, наверное, здесь Евгений, потому что мебель ПРО, корпусную мебель, продает и поставляет, и у вас есть по этому поводу тоже свое мнение. Что скажете? Микрофон поближе, пожалуйста, к себе. Да, конечно же, очень часто такие задают вопросы, что сначала ставить. Как правило, мы людям предлагаем несколько вариантов, и они уже выбирают, какой им ближе вариант. Мы говорим с точки зрения технической, какой вариант правильный, а люди уже выбирают. То есть можно и шкаф сначала поставить, от него потом начинать тянуть потолок, а можно натянуть потолок, заложить закладную, и потом уже к этой закладной сделать шкаф-купе. Как правило, люди выбирают все-таки первый вариант, потому что это экономия денежных средств получается. Ну и как бы нам упрощает. То есть мы лишний раз не делаем отверстия в потолке, не, так сказать, не портим его. Здесь очень важно, конечно, проконсультироваться с несколькими сразу специалистами, да, когда комплексно оформляется помещение. И в этом как раз и плюс, собственно говоря, «Планета», потому что есть множество разных магазинов, в которых можно купить абсолютно все для отделки помещения и взять экспертное мнение из разных магазинов. Вот вы сейчас перед эфиром тоже обменивались контактами и визитками. Я знаю, что вы своих коллег по «Планете» тоже хорошо знаете многих. Есть ли у вас такая практика, когда вы отправляете к специалисту для дополнительной консультации, например, в другой магазин «Зинаида»? Да, конечно. Если, тем более, клиент, он кто-то уже приходит с выбранными компаниями, где они уже планируют заказ мебели. Кто не знает, кто сомневается, конечно же, мы отправляем к нашим непосредственным коллегам, которые находятся в «Планете», и они их консультируют. То есть тут совместная работа уже ведется полностью. Это удобно, Евгений? Это очень удобно. Поближе к микрофону, пожалуйста. Это очень удобно, да, потому что люди, когда приходят к тебе заказывать мебель, ты за время разговора с ними успеваешь подружиться. Вот, да. И у них к тебе возникает доверие. Соответственно, если мы рекомендуем партнеров своих по тем же потолкам, допустим, то мы берем на себя часть ответственности, вот, и люди нам доверяют. То есть, да, это удобно. Давайте пройдемся по ассортименту ваших магазинов. Зинаида, что представлено в магазине «Вип-Софит»? Во-первых, давайте скажем, где вы находитесь в «Планете», как вас искать? Да, в «Планете» мы находимся, если с главного входа двигаться нужно по большому кругу, там, в принципе, круговое движение, ничего сложного нет. Двигаясь по большому кругу, мы находимся, у нас офис 16К, это красная линия. В принципе, сложности никогда не возникало найти нас. Если кто-то не может, мы всегда на телефоне, мы ориентируем, как нас найти. Назовите пошагово телефон, пожалуйста. 222-575 наш номер телефона. Находимся мы на втором этаже. Ну, если что... Можно зайти в соседний магазин и спросить, где тут «Вип-Софит». В принципе, нас все знают, да. Так вы специализируетесь на надежных потолках.
Натяжные потолки пришли в нашу страну относительно недавно. Вот я прослеживаю по нашим квартирам и офисам вот эту эволюцию потолков. Да, сначала лежали плиты, их красили, они осыпались. Потом что-то шпаклевали. Потом делали там сеточкой натяжечку. Потом делали гипсокартон, например. И потом пришли натяжные потолки. И они, как мне кажется, стали особенно популярны в тех помещениях, где потолки низкие. Особенно, за счет чего популярность такую натяжные потолки сейчас приобрели? Ну, вообще, потому что натяжные потолки – это просто, это быстро, это без пыли, это без грязи. Если сравнивать, например, что раньше делали гипсокартон, то натяжные потолки – это 4-5 часов установки, и у тебя уже красота дома. Поэтому, наверное, больше сейчас поэтому склоняются к натяжным потолкам. И также это практично. То есть, если затоп случился или еще что-то, сохранность мебели, сохранность стен, то есть все. Это спасатели наши натяжные потолки. Выбор фактур очень большой. Сейчас более 250 именно материалов, что только есть вообще по натяжным потолкам. Фактуры разные, цвета разные. То есть насчитывается более даже 250 разновидностей дизайна. То есть тут тоже очень все как бы индивидуально, конечно, для клиента, но возможности натяжных потолков очень велики. Тем более каждый год появляется все что-то новое, проявляются новые профиля, появляются новые материалы. Каждый год мы шагаем прямо вот вообще очень большими шагами. Давайте опишем простыми словами конструкцию натяжного потолка. Ну, если это простой потолок, то это профиля, направляющие по периметру, и именно сам потолок. Соответственно, под натяжной потолок устанавливаются все закладные, все, ну, что только потребуется под освещение. То есть, либо если это люстра закладная, либо это светильники, то под них закладные. Могут быть потолочные гардины, тоже также требуются дополнительных, то есть, конструкций. Ну, и просто идет натяжка полотна, и уже устанавливаются светильники. Если это простой потолок, то на комнату это 2-3 часа работы. Вы говорили, что множество различных фактур. Да. Что такое фактура натяжного потолка, приведите примеры. Я себе представляю два вида натяжных потолков. Глянцевые, которые отражают вот эти самые люстры, увеличивая это высоту, и матовые. Да, сейчас появилось большое множество стилизованных полотен. Они идут уже именно с какими-то фактурами. Есть Венеция, то есть напоминает там штукатурку именно венецианскую. Такую с подтеками старинную штукатурку. Ну, да. Есть стилизованные там листочки, цветочки, кружочки. То есть, элемент дизайна добавляется. Да, да, добавляется элемент дизайна. И причем все это иногда подчеркнуто красивым материалом, то есть это есть перламутры, есть цветные красивые, то есть можно под стены подобрать. Ну, уже сделать свой дизайн индивидуальным. То есть не как было раньше, у всех все одинаково. Белый потолок. Да. То сейчас уже люди добавляют какие-то элементы, то есть будет это двухуровневые. Сейчас много появилось технологий новых. Apply потолки, то есть тут арт-декор. Apply — это надо видеть. Тут это резные потолки. Apply в переводе переводится как резные. То есть там уже идет установка двойного потолка. Выше устанавливается там какой-нибудь цвет, ниже устанавливается другой цвет. И за счет вот этих прорезей создается такой эффект. 3D. Ну да, он немножко не совсем 3D, но красиво. Производитель. У нас представлено в офисе. О, можно прийти и посмотреть. Да, в офисе можно посмотреть. Производители натяжных потолков. Отечественные, зарубежные, кто сейчас впереди? Сейчас, конечно, все больше популярностью пользуются китайские полотна. Как бы это ни звучало, многие боятся этого просто. Ой, Китай, нет. Сейчас китайские полотна, они нисколько не хуже
зарубежных, они шагают намного даже, я бы сказала, вперед, потому что ширина, во-первых, и, во-вторых, многое фактурность. Если взять, например, германские полотна, то у них уже идет ограничение по ширине. Там а это значит, будут склейки? Это значит, будут, да, швы. А швы, как правило, у нас тоже не хотят уже. Все. И, во-вторых, это цена. Ценовая политика в разы больше получается у немецких полотен. Давайте поговорим о ценовой как раз политике. Насколько доступны потолки и насколько натяжные потолки и насколько широк диапазон цен? От чего он зависит? Ну, если это взять простые там потолки мац, атин, глянец, независимо от цвета, они идут 250 рублей за квадратный метр. Соответственно, если брать уже стилизованные полотна, они идут 350-450. Все зависит от материала, потому что, как я уже сказала, их достаточно много, и поэтому от этого тоже все зависит. Также зависит от конструктива. То есть, если у вас много светильников, это уже удорожание. Гардины потолочные, это тоже удорожание. Тут надо еще на это смотреть. Потому что сказать так, ой, 250 рублей за квадратный метр, это не сказать ничего. Потому что тут все-таки нужно все комплексно рассматривать. Поэтому у нас для того, чтобы все точно просчитать, выезжает мастер на замеры. Замеры для клиентов у нас абсолютно бесплатны. Выезжает и уже консультирует по техническим вопросам, по материалам у него с собой образцы материалов, а также уже делает точные замеры, и мы уже все более точно можем просчитать. А помогаете ли вы определиться с дизайном, или ваши покупатели приходят с готовыми проектами? Кто-то приходит с готовыми проектами, кто-то там от дизайнера приходит к нам, кто-то приходит, ну, мне просто прямой потолок, ничего не хочется. Кто-то приходит, да, мне чего-то хочется, но не знаю чего. То есть тут, конечно, уже мы помогаем клиентам определиться, пытаемся подвести все-таки, чего хочется, потому что тут не знаю, чего хочется, это тоже многом понятно. Сколько людей, столько и мнений. Ну, ведь это частая ситуация, да. Особенно, когда так тут, широк ассортимент. Ничего не хочется, это, ну, как бы, это не понять ничего, значит. Зинаида, сроки поставки, вот от момента входа покупателя в ваш магазин, когда вы нашли общий язык, и он понимает, что он хочет у вас заказать, до момента исполнения, от чего зависит? Сроки, в принципе, это от 1 до 3 дней после замера. Но тут нужно тоже рассчитывать на то, что вот сейчас, например, это ноябрь-декабрь, большой спрос. Большой спрос – это значит большая очередь. Как правило, бывает, что расписано и на неделю вперед. Лучше планировать заранее. То есть записываться на замер, и тут мы уже сразу фиксируем дату монтажа. В месяц есть... человек при любом высоком сезоне уложится? Конечно, конечно. Давайте предоставим слово Евгению Розину, директору компании «Мебель ПРО 43». Это корпусная мебель на заказ. Где находится ваш магазин в торговом центре «Планета»? Наш магазин находится непосредственно под вывеской «Планета». Это въезд с Московской. Открыли там «Макси» торговый центр. Мы находимся прямо под буквами. На 2-м этаже павильон 6Z находится. Так, и давайте посмотрим, что именно из корпусной мебели представляют в магазине «Мебель ПРО». У нас стоят выставочные образцы, такие как кухня представлена, с каменной столешницей, с фурнитурой Блюм, вот, чтобы человек ориентировался так как на стандартную фурнитуру, так и на более дорогую. Когда вы говорите фурнитура Блюм, наверное, это уже что-то понятное для кого-то, кто кухню покупает. Я, например, не в курсе, что это такое. Да, это качественная фурнитура, то, что представлено для кухонь. Вот. И она очень надежная, ценовая категория на нее сейчас очень доступная, так как у нас договор с фирмой «Фиера», которая поставляет эту фурнитуру, мы позволяем себе делать небольшие накрутки. Вот. И люди охотно стараются брать ее, потому что это удобно, надежно и долговечно. Ну да, кухню мы не меняем раз в 5 лет. Конечно, да. Кухня, дай бог, 2 раза в жизни поменять. Также представлено у нас, не побоюсь этого слова, уникальный объект, так сказать, подъемный шкаф-кровать. Я жил много лет в Питере, вот, привез оттуда технологию, мне очень понравилось. Первый 1-2 года люди сомнительно смотрели на это. Может быть, еще мы не зарекомендовали себя как производитель,
как продавцы этого продукта. На данный момент у нас 2-3 продукта в месяц уходят. То есть люди более охотно стали брать. Для малогабаритных квартир очень удобный вариант. Или как дополнительное спальное место, когда вот разрастается семья, и подростки, например, начинают приглашать на ночевку своих друзей. Такой подъемный шкаф-кровать очень бы пригодилась. Я из собственного опыта говорю. И для детей берут. Был пример у нас в Ганино, установили для семьи, то есть для четверых девочек установили вот сразу 4 кровати. Площадь комнаты небольшая была, за счет вот этих подъемных кроватей мы расположили 4 спальных места. Заказчик был очень доволен. Микрофон, пожалуйста, поближе к себе. Нам звукорежиссер говорит, Евгений. Это вы прямо в точку сейчас ударили, потому что я как раз недавно думала про подъемные кровати. Именно в связи с тем, что растут дети, и дети хотят принимать своих друзей, и они хотят устраивать вечеринки, это очень полезно. Еще бывает, что семья перемещается там, да, в пространстве тоже. И вообще дополнительные спальные места – это такой неоцененный пока российский потребитель, может быть, вариант, хотя это помогает, конечно, в любой квартире правильно и эффективно использовать территорию. Ценовой сегмент, в котором находится ваша компания «Мебель Про»? Ну, я считаю, что у нас цена-качество. То есть мы используем качественные материалы, которые проходят по ГОСТу. Например, ЛДСП мы используем Ламарти. Что такое ЛДСП? ЛДСП – это древесно-стружечная плита, из чего, в принципе, делаются корпуса шкафов, кухонь, тех же кроватей. Вот. Почему Ламарти? Потому что этот производитель сертифицированный, представляет товар, у него содержание формальдегида 0,5%, это позволяет быть ему нетоксичным. То есть с него можно делать детские комнаты, учреждения, детсады, школы. В нашем современном мире это очень важная экологическая составляющая. И так очень много загрязнителей вокруг, поэтому, конечно, стандарты нужно выдерживать. Очень важно, да. Как определиться с выбором вашему покупателю? Вот вы, кстати, уже сказали, что кухни, кровати и шкафы. Да. Что еще из мебели? В принципе, делаем все. Все на заказ. Детские очень часто берут у нас. Прихожие. Все. Любой встроенный интерьер. Любой, получается. Да. Также у нас есть выезд специалиста на дом. Он совершенно бесплатно. Он ориентирует уже людей на месте по ценовому сегменту, по расположению. По параметрам человек уже потом делает для себя выбор. Либо он на месте может заключить договор, если это небольшой шкафчик, либо приехать к нам в магазин, непосредственно прорисовать все это в 3D Max, в программке, и поработать, посмотреть образцы, выбрать. Очень сложно бывает как раз, вот что касается шкафов, кухонь, очень сложно бывает человеку самому нарисовать не просто дизайн, вот внешне представляешь себе как, а наполняемость – это же система хранения. Здесь очень важно продумать каждую полочку, каждый выдвижной там ящичек, понять, что если ты сейчас экономишь на выдвижном, то потом будешь рыться, докапывать до последней тарелки. Да? Вот, и вот здесь часто человек встает в тупик. Как ему все эти технологические приспособления продумать? Поможете ли вы с этим? Да, конечно, поможем. В первую очередь предлагаем заказчику выезд, опять же, специалиста на дом. Аргументируем это тем, что вы получите консультацию на дому, что очень немаловажно. Если человек, получив информацию от одного человека, от двух, то есть он уже сможет приехать к нам в магазин, и мы непосредственно уже сделаем наброски, покажем, как это технически правильно может выглядеть. И человек выбирает материалы, прорисовываем все вместе, с ним работаем, вникаем, делаем как себе в том плане, что мы в процесс просто внедряемся, как будто мы живем в этой квартире, то есть и делаем, если бы, как сделали бы себе. То есть это очень важно, да. Это очень важный момент. Это встроенная мебель, система хранения. Это очень длительный бывает процесс именно в периоде выбора. Но в тот момент, когда человек определился, когда все нарисовали, от момента согласования, заключения договора до момента реализации проекта, сколько в среднем проходит? На шкафы-купе уходит у нас 3-4 недели, потому что в наличии есть всегда материалы на шкафы. На кухне уходит 4-5 недель.
потому что есть такие нюансы, как фасады, которые заказные позиции, или та же фурнитура блюм, которая позиция заказная. У нас небольшая сегодня программа, 20 минут всего, и мы стараемся максимально рассказать о торговом центре «Планета». Какие сейчас предновогодние, возможно, у вас есть акции? Потому что вот вы сказали, Зинаида, что высокий сезон. Да, все хотят как-то к Новому году преобразовать свое там помещение, да, что-то сделать такое хорошее. Может быть, вы что-то предлагаете своим покупателям? Ну, мы всегда стараемся придумывать для клиентов что-то интересное, какие-то новые акции, новые предложения. Именно сейчас у нас, например, с 1 ноября стартовала акция «Розыгрыш призов». Все участники, то есть все клиенты, которые совершили у нас покупки с 1 ноября по 31 декабря, принимают участие в розыгрыше призов, который состоится 14 января. В принципе, такой еще один бонус в Новый год получить очень приятно. Да, подробности акции можно узнать на сайте, на нашем сайте, в группе ВКонтакте или позвонить нам по номеру 222-575 и узнать все подробности акции. А вы что предлагаете? Ну, у нас тоже есть немало акций, так сказать. Например, одна из акций, которой часто пользуются покупатели, это новоселом акция. То есть при заказе в новую квартиру кухни, шкафа или еще прихожей, то есть в целом, если чек больше 100 тысяч рублей составляет, то есть акция 20% скидка. Ну, мы приобретаем жилье, квартиру, целый заказ, то есть нам выгодно уже сделать скидку хорошую. Давайте назовем ваши группы ВКонтакте и ваши сайты, если они есть, где можно подробнее познакомиться с ассортиментом и с текущими акциями. Ну, сайт у нас также vipsofit.ru. В принципе, легко найти, и можно просто русскими даже буквами мы выходим. Мебель-про? Мебель-про 43. Везде. В соцсетях, в интернете, на сайте. Тоже есть. Евгений Розин, директор компании «Мебель-про» 43, был у нас в гостях. Зинаида Волкова, которая представляет компанию «Вебсофит». Торговый центр «Планета» по адресу Московская, 102В, находится это перекресток Московская и Солнечный. Сразу за торговым центром «Макси», товарищи. Здесь, там сейчас все лучше и лучше становится. Развязка, удобный въезд, парковка, все для отделки ремонта, для создания дизайна и интерьера. Спасибо нашим гостям. Это была программа «Полезный город». Вела ее Светлана Занько. Всем хорошего дня. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количество призов или выигрышей, сроках, месте, порядке их получения на сайте мебель-про43. ИП Розин Евгений Николаевич. ОГРН 312-56-580-130-01-67. На сайте vipsofit.ru. ИП Волков Артур Николаевич. ОГРН 315-435-5-066-31. Полезный город.